Возрастной рубеж – не повод сидеть дома. Жизнь после выхода на пенсию может заиграть новыми красками. Яркий тому пример – активные чебоксарские пенсионеры. С недавних пор в семье Леонтьевых произошло пополнение. У них родились девочки-тройняшки. А еще подрастает первоклассник Дима. Сами понимаете, как приходится крутиться молодым родителям. Поэтому, когда им позвонили из комплексного центра социального обслуживания населения и предложили помощь бабушке-волонтера, они с радостью согласились. Вот эта услуга, конечно, очень сильная поддержка нашим семьям, потому что мы вот как родители можем оставить своих детей, даже вот ребенка, на попечение опытного взрослого. Антонина Орлова – одна из участниц волонтерской программы «Экспресс-бабушки». Располагая свободным временем, она с удовольствием помогает семье Леонтьевых. Дима очень хороший, активный мальчик. Очень нравится с ним проводить время. Возраст – это всего лишь цифра, уверены участницы программы. «Экспресс-бабушки» активны во всем. Они танцуют, поют, занимаются гимнастикой, осваивают современные технологии. Социальную значимость подобных проектов трудно переоценить. То, что вы делаете все это с доброй душой и с добрым сердцем, это очень важно. Социальный проект уже получал поддержку на федеральном уровне. Опыт чебоксарских бабушек взяли на вооружение и в других регионах страны. Богдана Дойникова, Маргарита Мельникова, Борис Андреев, Республика.